Помнишь какой-нибудь анекдот? Да я всего один рассказала. Они сняли всего одну серию. Расскажи мне. Не, он тупой. Да ну какая разница? Ну я расскажу тебе, мне станет неловко. Ты рассказала 50 миллионам зрителей и боишься рассказать его мне сейчас? Я обещаю, я не буду смеяться. Именно этого я и боюсь. Я не это имел в виду, сама понимаешь. Слушай, ты имел в виду то, что ты сказал. Теперь я точно ничего не буду рассказывать. Я чувствую себя обделенной.